Коллеги, рядом со мной Марина Якушева и Ирина Гурская, спикеры нашей деловой сессии. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Сразу с пылу с жару хочется узнать, что же было на сессии, какая тема, что было интересно сказано, услышано. Наша сессия была посвящена собственным торговым маркам. И мы обсуждали такой животрепещущий вопрос, смогут ли СТМ заменить уходящие бренды. Может быть, пару слов от вас? Пару слов. Значит, по итогам сессии СТМ вряд ли должны полностью заменять бренды, но, тем не менее, это очень хорошая возможность для производителей и для сетей позиционировать свой СТМ и вывести его на ведущие позиции. Правильно ли я понял, что освобождаются ниши, в которых, может быть, когда-то СТМ даже не был представлен, потому что были сильные конкурирующие бренды западные, которые сейчас уходят, и ниша свободна, и мы можем в них заходить? Да, действительно. Бренды уходят, и это открывает некое окно возможностей в рамках каких-то конкретных товарных категорий для ритейлера представить наиболее широкую линейку для своих потребителей. Но, безусловно, заменить все бренды и заполнить все ниши навряд ли получится. Да и нет такой задачи, наверное. Но будем надеяться, что конечный покупатель все-таки не почувствует разницы, и СТМ как минимум забьет максимальный процент потребностей простых покупателей. А вы, надеюсь, в этом всем покупателям поможете. Может, еще буквально пару слов о сессии? Если у вас есть что сказать, у вас наверняка есть что сказать. У нас есть что сказать. Вот я со своей колокольни управления качеством хотела сделать акцент для зрителей, для слушателей, читателей на то, что значит, данные от наших спикеров показали, что качество СТМ растет из года в год. Это не может не радовать. И на что нужно обратить особое внимание, что покупатель, он не готов падать ниже определенного уровня качества и пищевой безопасности товара. Поэтому, конечно, сейчас очень важно оставаться гибким, да, подстраиваться под текущую ситуацию, но, тем не менее, не падать ниже определенного базового уровня качества и безопасности. Очень порадовал настрой представителей ритейла и бизнеса, потому что все готовы сражаться за полку. И, в общем-то, практически все обратили внимание на то, что ни в коем случае нельзя играть с качеством и ухудшать его. Слышать это очень приятно. Спасибо вам большое и спасибо за вашу работу. Спасибо вам. Спасибо.